Да, я как-то уже привыкла в продовольственном магазине уже всегда с людьми работать. Общество как-то нравится, конечно. Когда стабильно, когда зарплата, отпускные, когда дают. Ну, я бы не сказала то, что они мои, да. Я за столько времени вот старалась как-то тоже поменять, думаю, может быть, другу поменять пару работу, как-то окружение. Но все равно не получается. Ну, коллектив хороший, работа вроде спокойная. Пришла, поработала. И все. У меня здесь родственник есть, который уже несколько лет, который здесь работает, живут с семьей. Вот они мне предложили, говорят, ну что там в Кыргызстане делать? Давай приезжай к нам здесь хоть. Работаешь, на жизнь что-то заработаешь. Ну, как-то вот так получилось. В 2016-м приехала. Ну, с тех пор здесь. Так, ну, наверное, уезжающие еще лет, не знаю, сколько, как буду здесь, походу. Уезжающие что? Уезжающие годы. Пока дети вырастут, пока им тоже надо поднимать, поддерживать. Мужа нет, развелась. Меня зовут Алтын, я из Кыргызстана, и в Москву приехала в 2014 году, уже 7 лет тут работаю. Я работаю здесь, в салоне, делаю маникюр, мастер маникюра. Мы приехали тут с мужем 7 лет назад, у него свой работу был уже. Он мне говорит, пойдем поработаю в Москве. Я говорю, я не поеду. Сначала не хотела сюда. Потом он мне говорит, я-то думала, если вот сюда приеду, работаю в этом. Не хотелось бы работать. Вот. Да. Да, да, да. Получается, там полы мыть, посуду мыть. У Сферы не хотела заработать. Ну, то, что не хотела, сказала. Ничего. Он мне говорит, найдем тебе в салоне работу. Если не найдем, обратно поедем домой, в Киргизию. И мы так прилетели, следующий день. Я еще нашла, тут за 10 рублей журнал были, журнал. Оттуда мы нашли. И до этого я звоню всем. Всем звоню. Они мне говорят, славянская внешность или гражданство. В общем, вот так. Такие потребности были, да, у них. И потом открываю. Еще такая одна работа. Я звоню. Я сразу говорю, я из Киргизии. Вот так, вот так. И он мне говорит, да, да, хорошо, приходите завтра в 10 утра, там посмотрим. В общем, я следующий день выхожу на работу. И они мне дали резюме. А я говорю, ну там то, что я умела, все-все пишу, говорю. А говорит,
а можете завтра выйти на работу? Я говорю, да. Вот вышла и поработала там. 6 лет? 6 лет. Угу. Здорово, на одном месте так сразу держаться. Да. 6 лет там работала. Ну, Москва. Ну, я бы сказал то, что я практически уже полжизни прожила в России. Ну, я приехала в 2016 году. Вот с тех пор здесь. Каждый год езжу домой в отпуск. Ну, нормально вроде бы. Не жалуюсь. Станция академическая. Так, получается, вот как приехала постоянно, год-два раза, вот, получается, выхожу в отпуск, по возможности домой езжу. Ну, стараемся. Так, что еще? Ну, сейчас вот иду на работу. Дети у меня трое, получается, старший. У свекры, свекровь. Там оставила. Ну, они хорошие, с ними я связь поддерживаю. Варю, отправляю деньги детям. Тоже учатся в школу. Тяжело без них здесь? Ну, а что, приходится как-то? А что делать? В Москве тоже тяжело. Здесь, тем более, надо квартиры снимать, так как у меня паспорт не российский, тоже регистрация пока до суда. Как-то здесь легче одному. Ну, может быть, летом на каникулах сюда приеду. Что на ней тебе? Хана перчатки. Перчатку не весим. Перчатки не я, Зиночки. Меньше обвиняем, можно она. Тунго терпас. Сон воробот. Вечно мне это махсали вечно. А зрение гора борщ. Ну, зачем борщ? Борщ манты сделать. Давайте чине манты дизайне. Кот рожна, я шашпай. Шашпай без меня чума, скажем. Меня не снюш подал сам. Кал, мэндай, нал кусок. Вечно зазал, але. Это где мне пандар сыпал. Бір сөйінгі айзына ғада торт заказ қалайын деген, қақтан заказ қылшы деп дейтін. Дейінара, қақ орал үшін едің әрженесінде? Дейін бе? Крок-сити. Крок-сити қаралы өте, қақ орын келді дайдені? Крок-сити дөй. Крок-сити ақпарым орасын? Thank you.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу объявления квартиры возле метро Некрасовки. Улица? Ой, я забыла улицу там. Ну, возле метро, кажется, она была. Рядом, ну, да. Ладно. Национальность. Национальность важна, да? Вообще очень важно. А то, что у нас гражданство российское? А национальность? Мы из Киргизии. К сожалению, туда не рассмотрим. А почему? Собственник так хочет. Очень сильно. Очень как сильно? Ага. Ну ладно. Угу. Извините, мы не по адресу. До свидания. Так, тут написано. Я славян, поэтому я не буду. Девушка, вы читать умеете? Да, она сразу скажет, а что не прочитали? Там не написано. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу квартиры вам звоню, двухкомнатная, возле метро Выхино. Угу. А какие требования к составу проживающим? Можете сказать? Ну, а у вас что? Ну, смотрите, мы сами из Киргизии, но у меня гражданство российское. Нет, туда так не получится, к сожалению. Почему? Национальность так важна? Ну, да. А в чем причина? Просят сам собственник? Желание собственника, да. А, ну ладно, очень жаль, конечно. Да, да, до свидания. Да, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению звоню насчет квартиры двухкомнатной. Какой адрес? Федосийская. Там только файлан рассматривает. А, спасибо огромное. Да, уже 7-й год. Да, на месте, да, почти. В этот же год. Да, Меч, уже 7-й год как. Снимаем, и живем, и работаем. Я работаю парикмахером в салоне красоты. Вот, муж мой занимается электричеством. Да. У нас один ребенок, он еще, правда, маленький. Кстати, да, еще и сдают только без детей квартиру. Mm-hmm. Поэтому. Есть такое. Угу. Уже второй месяц я ищу. Второй месяц ищу? Да, 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 да. А где живете сейчас? Сейчас живу у подружки, только комнату снимаю у нее. У нее же тоже двухкомнатная, получается, я одну комнату снимаю. А муж? А муж, ну, мы как бы вдвоем. А, вдвоем снимаю. Да, а ребенок сейчас это в Кыргызстане, он с мамой. Вот, найду квартиру, и они с мамой приедут. Вот, поэтому я это недавно только приобрела гражданство Российской Федерации. Специально для того, чтобы вот привести ребенка, устроить здесь в садик. Чтобы, ну, он со мной рядом. Дай Бог моим родителям здоровья, но они еще не старые. Пока поддерживают, пока помогают. То, что с моими детьми хоть сидят, но хоть это плюс. Ну, не у всех, конечно, может быть так. Ну, есть, которые еще. Я не жалуюсь этим словом, то, что так получилось, да. Ну, есть семьи, которые еще тяжелее, чем у меня. Ну, как-то. Мы. Ну, у всех по-разному жизнь, обстоятельства. В Кыргызстане работали? Нет. Я не работала, там училась. Ну, ни разу не приходилось там где-то устраиваться, работать. Замужем были? А, ну, когда я замужем была, я дома сидела. Мне с детьми как-то... Как муж отреагировал, что вы едете? Как муж отреагировал на ваш уезд? Ну, как развелись после этого? Ну, он пытался как-то, да, обратно сохранить семью, но я не захотела. Потому что уже все.
точку поставил. Ну, он уже живет своей жизнью. Я своей жизнью. Так. Но мои родители граждане России. Уже лет через 2-3, наверное, уже в пенсию выйдет. Живут где они? В Якутии? Да. Но сейчас они в данный момент уже в Кыргызстане. С моими детьми, с братом. Ну, как-то, вот, ну, дай бог, думаю, через лет 2 чуть вот эти проблемы решатся, как-то забрать старшего тоже. То, что дети там, я здесь. Ну и лучше было бы, конечно, я с ними рядом была бы, да, как-то учить их, ходить как-то, чтобы они чувствовали то, что мать рядом, да, но приходится. Сейчас всем тяжело. После этой пандемии еще люди, ну, безвыходности, наверное, приезжают сюда, наверное, на заработки, чтобы жизненно что-то заработать, что-то там устроить. Не от хорошей жизни, думаю, что мы вот так приезжаем, здесь работаем. Если бы наш, может быть, в Кыргызстане лучше было бы, может быть, я там осталась бы с детьми рядом, с родителями, так сказать. Ну, здесь хоть на ноги чуть поднимешься, чем в Кыргызстане. В Кыргызстане, я не знаю, вот прям в Таласе мне знакомые работать за 5000 целый месяц. За 5000. Что можно там? Сейчас все дорого. Не знаю, я там не вижу. Тяжело, наверное. Здесь хоть как-то есть работа. На что-то вот детей поднимать, чтобы хоть им дать хорошее образование. Ну, подумала то, что лучше дать хорошее образование, там, где и кружки, чтобы и питание, чтобы детей забирали, обратно возили, чтобы моим родителям было легче. Ну и все хвалили как-то то, что вот хорошее образование, вам учителя хорошие, как-то так. Ну, а родители тоже настояли, говорят, ну давай, дочка, как-то. Хоть, конечно, мне хоть чуть тяжеловато, но, конечно, легче то, что думать, то, что мои дети нормально в хорошем, престижном гимназии учатся, то, что они хоть какие-то образования, какие-то там получают, чем школу отдашь, потом думать, как они без меня, то, что еще, если бы, ладно, если бы я рядом была бы, хоть как-то сама учила бы их. То, что я не видела, но мои родители уже тоже, они молодые, как-то, чтобы им тоже легче было. Чтоб, ну, дай бог, то, что пока, наверное, там мои дети будут. Я не думаю, но раз я уже отдала, как-то надо стараться, чтобы полностью дать образование, чтобы хоть они чувствовали то, что вот старались. А не каждый раз, каждый год там куда-то перевозить, куда-то отдавать в другую школу. Как-то это тоже им пока привыкать. Здесь такую школу могли бы себе позволить, честно? Здесь? Да, в Москве. Ну, здесь, конечно. Ну, в Москве, конечно, здесь дорого. Ну, это Москва, конечно. В Москве как-то тяжело, наверное. Это если здесь... Да, если у тебя хорошая работа, своя квартира, ну, как-то, может быть, найдется, да? Ну, а так, когда это ласса, то, что мои дети, которые учатся, нормально, да? Ну, надеюсь, да, с хорошим образованием моим детям хоть чем-то в жизни научатся, хоть какие-то стремления, цели будут у них. Привет, Аниса. Нел, дура ты сын. Че, болеешь, нет? Все хорошо?
А что, ты плакала? А Эль-то как-то? С Люсьми? Ну да, хармаса. Бюмик ты кожан будешь, школа варн? Варн? Да. И мне Гылдынар. Не так? Я. А не са? Не олду. А Эльта? Сен садика бар ватасын бы? Не хватасын арақты, ойын атасын ар бы? Садиктен. Ойнота. Нен ойнодың? Үйдө жоқ. Үйдө жоқ, а школда бар? Жақты? Аниса, а қайсы буквалары үйреніп қалдың? Аниса. Айлта, Аниса Айла отау. Айла қысығыл отау жи. Қачан келістейсін? Амне дотасын? Не дейсін? Оғыл байдуд. Қатар қысылысын? Мен барам. Барам дағы бір 30 күндей. Нан барам. Туғанын көп барам. Бұйырса. Станция Проспект Мира. Переход на Калужско-Рижскую линию. Вот два станции. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Всегда вот людям, которые первый раз приезжают на заработки, всем тяжело. Я ни разу не слышу, чтобы кому-то легко, кому-то хорошо. Ну, бывает трудно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новослободская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Трудности всегда есть. Как говорится, бывает и черная полоса, и белая. Всегда стараюсь решить. Терять духом, работать. Я как-то, слава богу, вот с людьми нахожу и общий язык. Насчет работы с людьми мне всегда со всеми, с коллективами хорошо. Есть, конечно, бывают и плохие, и хорошие людей встречаешь на пути. Этого не боюсь. Алло. Алло. Здравствуйте, это курьер Вкусвилл. Я приехал. А, сейчас 5 минут. Хорошо. Ну, это, конечно, печально, то, что наша вот, многие молодежь сюда приезжают. Конечно, хотелось бы там жить и работать, да, у себя. Ну, а что делать? Это
Это не от нас зависит, получается. Конечно, печально то, что вот я, допустим, у меня есть возможность, да, допустим, я уже как бы получила гражданство, я смогу себе позволить приехать сюда с семьей, там, обустроиться и что-то сделать. А вот многие же, у них же нету гражданства, получается, они оставляют своих детей, родителей, да. Вот, они вечно в разлуках, скучают, дети как-то вырастают без воспитания, получается. Ну, так вот. Ну, а что делать? Те, у которых есть возможность, они, да, делают. А у которых нету, ну, так и живут. Ну, это печально, конечно. А что тебе делать? Придется тут жить. Ну, тут можно, в принципе, жить, там можно, выжить можно, но там мы же все-таки там... что-то купить, что-то делать, да? Мы из-за этого же работаем. Есть люди, которые живут тут просто на, да? Для себя. Ну, это просто от человека зависит, да. Если человек трудящийся, то возможно все. Да, тут тоже. Только желание нужно, да. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы жили там и зарабатывали столько же денег. Это же хорошо, когда вы себе там работаете, все есть. А родина есть сайт, родина, да. Все-таки, да. Ну, знаешь, как у меня вот в Бишкеке я на ипотеку квартиру покупала. Да, вот лет сколько там надо платить. Ежемесячно там отправляю. Детям отправляю на учебу. Вот старшему сыну. Ну, не каждый месяц, конечно, старшему, но бывает 2 месяца, 3 месяца, 1 раз тоже надежда, чтобы на что-то там, чтобы хоть они думали то, что я как-то тоже стараюсь как-то, ну, старшему как-то поддерживать, чтобы он не чувствовал, хоть я не рядом, чтобы чем-то смогла помочь. Ну, а так здесь еще комнату снимать, на дорогу, на еду родителям. Бывает, что-то надо тоже откладывать деньги, чтобы домой как-то поехать к детям, к родителям. Вроде бы где-то хватает, стараюсь, чтобы хватило на все. Но все равно сейчас хоть отсюда тяну, хоть оттуда, конечно, мало. Чтобы больше зарабатывать, это да, если с мужем приехать, ну, может быть, легче, наверное, когда 2 человека работает, поднять. Ну, одному человеку, тем более женщине, тяжеловато, но я не жалуюсь, то, что я не могу, да, я стараюсь, не показываю свои слабости. Ну, стараюсь. Не, что там? Ну, надеюсь, что еще буду. Главное, чтобы здоровье Бог дал. Остальные. Может быть, еще поднимут зарплату. Или куда-нибудь, может, вообще за границу уехать, что ли, чтобы больше зарабатывать. Но все равно, да. Может, сколько лет буду работать, чтобы это все поднимать. Ну, время покажет, что будет. Главное, что приехала с целью. Стараюсь.